Всем привет! Приветствую всех, друзья, коллеги, гости и подписчики канала. Продолжаем красить наш биплан. Многие, наверное, еще в предыдущей серии заметили, что я сделал такую зебру из него. Вот сегодня будем ее реализовывать. Объясню, для чего я это сделал. Я хочу попробовать затемнить немного оттенок. Возьму наш хаки, в который мы красили H81, и добавлю немного черного матового H12, тем самым сделав на тон немножко темнее, и пройдемся по всем незакрытым участкам, создадим такой как бы визуальный обман объема, можно так сказать, должен получиться, а там уж что получится, как говорится. Делаю это в первый раз, не знаю, что в итоге выйдет. Ну что ж, сейчас уйду на паузу, подготовлю краску, аэрограф, ну и покрасим. Если успеем, ну я думаю успеем, покрасим и нижнюю часть крыла и самого самолета. Там нам нужно покрасить в серебро. Далеко не убегайте, скоро вернусь. Thank you.
Что ж, друзья, снял я маски. Получилась вот такая зебра. Но вы не смотрите, что так прям сильный контраст. Это, в принципе, все потом у нас при дальнейшей обработке, при тонировке маслом. Я еще попробую фильтр нанести самодельный. Все это у нас, в принципе, потом немножко сгладится. Ну, сейчас вот он у нас вот такой. Зебра шоколадная. Сейчас я сделаю маски. Замаскирую верхнюю часть, создав линию для того, чтобы нам отделить днище. И замаскирую вот эти вот нижние поверхности крыла стабилизаторов для того, чтобы тоже здесь сделать такую небольшую полосу вот этого основного цвета. О, здесь вот, кстати, масочки еще забыл снять. Сейчас снимем. По схеме окраски там у него получаются такие небольшие полосы в этих местах. Ну и задуем черным глянцем, создав подложку для металла. Ну и, соответственно, все это покажу покраску нанесения черного и металла. Здесь вот я вот подшкурил. Тут немножко шпаклевки лишний был слой. Вот. Ну и на этом, наверное, серия закончится. В принципе, тут уже дальше потом пойдут уже отделочные работы, так сказать. Это мы выведем уже в следующую серию. Ну, далеко не убегайте. Скоро вернусь. Уже с готовыми масками и с началом покраски.
Что ж, покрасили мы серебром. Использовал серебро от Pacific 88. В принципе, довольно хорошо легло. Но вот здесь вот, как всегда, моя болезнь выявилась. Вроде смотрел, все вроде нормально было. Но все-таки вот этот шов плохо зачистил. Ну, металлики всегда выявляют это все. Благо это внизу. Мало кто увидит. Но в принципе на этом завершим. Пользовался, напомню, вот такой вот металлик Pacific 88 М31 серебро Aero. Что могу сказать о нем? В принципе, покрытие довольно хорошее, но в работе краска, надо привыкать к ней. Попервой немножко плохо дулось, но потом вроде исправил проблему. Ну, закончим эту серию. Встретимся уже в следующей. Будем... Будем, скорее всего, наносить декали и уже лакировать и тонировать наш самолет. То есть уже в основном будет финишная отделка, так сказать. Спасибо всем за внимание, следите за новостями и всем до новых встреч. Пока-пока.